домой все! Почему нельзя? Вы забыли. Почему вы не оформлены на экономике? Привет. Все, давайте повисим. Я думаю, мы стоим, поговорим с людьми. Вообще, вас так много, блин, мы даже не ожидали, честное слово. Так круто. Идем, когда бумага нам сейчас придет, и это мероприятие тоже прекрасно. Вы все в эфире. Для всех городов России. Привет. Вот так вот. Че, как дела? Русский форум. Садись, рассказывай, что там с экономикой у нас. Коллеги. Кто приехал из другого города? Якутск. Давайте перекличка городов. Питер. Москва. Якутск. Домой здесь? 3 дня. И вы все поедете сегодня домой? Послезавтра. Ты поедешь сегодня домой, а потом пойдешь. Народ там сзади, привет. Сектора. Сейчас менты приедут. Народ сзади, привет. Было предложение сесть вот так. Да не, мы думали сначала выйти там, чисто пообщаться, а потом сыграть акустику. Вот. Ну как-то. Мы даже не думали, что столько людей, блядь, мы думали, там. Человек 10 придет, мы попьем ягу и там чисто разойдемся. Не, ну в принципе можно. У тебя есть яга? К сожалению, нет, но можно понять. Доставочка, ребята. Ну и чё? Что, какие вопросы? Вопрос есть. Да, я уже потеряла. Ты удержал, да, до конца. Так, ладно, кто-то там еще у нас приходит. Не, я не хочу сразу начинать петь. Давай. Давайте пофоткаемся реально, а потом споем. Давайте. Пока там все равно еще народ к ним придет, они тоже хотят вместе с нами все спеть. Давайте только мне его поддержите. Тебе от всей группы, наверное, надо? Да, да. Так, вся группа подписана. Что? А что за группа? А кто был на концерте группы Кис-Кис? Они толстые. Охуенно. Охуенно. Огонь. Лёх, есть марки? Нет. Все, Игорь. Ну, снимай, молодец. А я посередине пивка. Так, чувак из группы Unicorn. Давай. Ой, ты пел. Ты ж поешь. Да, не, можно. Так, ребята, впервые в Санкт-Петербурге. Мы сейчас с вами будем исполнять непонятные вещи. Нормально. Поддержите кто-нибудь стул. Поддержите Дима кто-нибудь, пожалуйста. Ты, как тебя зовут? Джонни. Джонни. Ребята, всем привет! Еще раз. С вами здесь группа Wildwest, немножко неформальной обстановки. Вот. К сожалению, нет возможности сегодня греметь вон там. Есть возможность греметь там 8 числа во вторник. Вот, поэтому а сегодня нас замучила совесть, что, к сожалению, многие из вас уже рассчитывали еще вчера увидеться сегодня с нами. И поэтому мы такие, давайте-ка соберемся и хотя бы что-то попробуем с этим сделать. Поэтому сейчас будем петь в акустической версии некоторых наших песен. И первая из них будет «Гавана». Вряд ли докричусь, допою до всех, поэтому для того, чтобы атмосфера была максимально
классная, давайте просто помогать. Включите колонку. Давайте петь не в полную силу, а как-то, знаете, словить такой квартирник, короче. То есть не надо так громко орать, как на концертах. Вот, со мной здесь Джонни из группы Unicorn, поаплодируйте. Это из группы Never Broadway. Он известен тем, что это первая группа вообще в мире, которая сделала кавер на трек, который еще не вышел. Если вы помните, была такая история с Гаваной, когда ее все очень ждали, но Джонни почему-то записал ее быстрее нас. Я не знаю. Он ждал сильнее. Да, ждал он сильнее. Вот, поэтому, что там, какие там, ЕМ? Ну что же, поехали. A metaphor. We're running in circles. It washes away on another flow. Get up, get up. Whoa! I'm ready to begin. Get up, get up. Группы «Дети Рэйв», давайте сделаем ему шоу! Братан, сорян, нет установки. Кирилл тоже рвется в бой. Есть. Бейте в ладоши просто. Да, давайте... следующая песня... Километры будут, естественно. 8 числа. Какой страх? Да. Страх.
Сейчас менты приедут, и можно будет. Смотрите, давайте споем песню «The Notebook». Помните такую? О, неплохо. Там есть кусок, где нужно петь что-то ООО, да? Там нужно, короче, делать Вот, и вы будете это делать. Хорошо? Да. Помнишь? Второй лад. Нормально. Так, смотрите, сразу. Песня вообще геморная, на акустике вообще забывается очень. Поэтому я думаю, все равно там ничего не слышно, поэтому если будем лажать, просто поем. It is nothing in the end. I still believe on my chest. Твоя любовь лишь тень. Моя любовь разрушила мне жизнь. Эй! Stupid, just that I know I'm useless always. You play to lose me, and the truth is you play to use me. Wake me, the dust is spinning and you kill me. А теперь вместе. Они едва горят в огне.
знаешь, такое помутнение, мне кажется, я просто шляпнусь. Будет эпичнее. Толя, а что насчет встречи с шафером в Киеве? Так, есть тут почитатели шафера? Конечно! Что насчет встречи? Вы в один день выступаете. Да, да. Что? На разных сценах, правда. Он расскажет, что его так беспокоит. Сидор, а можно пивка? Дайте пивка артисту. Сидор, хочешь? Нет, пивка. Спасибо, спасибо большое. Есть почитатели Ярушина здесь! Так, серый. Что у нас там еще есть? Километры у тебя. Страх. Километры потом были уже. Еще у меня нога отдохнет. О, вон, все. Интересно, есть смысл здесь проверять строй гитары, как вы думаете? Есть, конечно. Дать тюнер? Нет. Если ты фео, конечно, то нет смысла. Дмитрий Борисович. Кстати, там вот моя рязанская братва, их 16 человек, похлопайте. Ребята, это вам! А вон Эрик, кстати, похлопайте. Кстати, у Кирилла сегодня он хотел приехать на концерт, отработать, теперь у него незапланированный отпуск. Он целыми днями чекается по Питеру, поэтому вы можете почекаться с ним тоже. Всей толпой. Играй, играй. Все познаешь, джазируем. Джейми. Как бы я сильно не кричал,
теряются во лжи. Будто бы нам так проще жить. Ты так хотел увидеть мою любовь. Тебя расставит по местам. Пусть мир увидит, кто кем стал. Ты так хотел увидеть мою любовь. На Гавану? А что за стиль? Фарткор? Чем едят? Камкор! 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 Блин! Ребята, что вы хотите, чтобы мы сыграли? Страх! Страх! А что там по бонусу для питерского концерта? Селёдочка! Снимайте селёдочку! А, да? А горький вкус твоей любви меня убил. А ты змея впустила яд. Детка, покажи язык. Бля, кстати, как так вышло, что мы главный хит бабки не положили на акустику сегодня? Не знаю, я даже не думал. А есть JBL-ка у кого-нибудь большая? У меня есть JBL. Но она... JBL Flip? Не, пусть три, пусть три. Братан, я думаю, тебе не выпишут разрешение. Братан, нормально тебе. Колян. Колян. Толик. Тут похлеще. Чего ты попросил из Кореи, из колесницы богов что-нибудь? О, это классно. Это мы оставим на закуску, еще потом бабки. И устроим слэм. Да. Да, она здесь. Да, окей. Я посмотрю на тебя. Я похуячу. Так, ребят, короче. Она отсюда упадет. Мы ее наконец оставим. Да, окей. Во-первых, еще раз вновь пришедшим. Тысячи извинений за то, что вы сегодня не можете быть там. Тысячи извинений всем тем, кто не может быть там и во вторник. О, красава. Наконец-то. Тебе нужно всем пояснить, что в комментариях так... Почти. Ботоксный Одеморт. Сейчас будет песня специально для тех, кто приехал на наш концерт издалека и не смог на него попасть. Извините, я умею поддержать дружную. Да. Снова холод сотен километров. Задержи дыхание, задержи. Все равно вернусь. Хоть и мне грустно так часто. Все города наизусть. Они уверенно думают, что я счастлив. Ну и пусть кричат. Еще один темный зал. Во встречном свете фонарей я ищу твои глаза. Снова холод сотен километров. Задержи дыхание, задержи. Дома было бы намного легче, но за столом я один. 23-й этаж, будто новый рассказ. Резвый ветер и шаг, ему навстречу, чтоб сбежать. Чай. Закатом балтийских вод накроет печаль, но без слез. Ведь я привык давно. Снова холод сотен километров. Задержи дыхание.
нужные руки. Короче, в начале песни Кирилл должен играть такую сбивку. Ту-пац, ту-ту-ту-пац, ту-ту-ту. Слышь, я Игорь Гром. Кто угадает, какая песня будет следующая? Да, трап. Ярушин, да, отлично. Первые ряды не считаются. Это нечестно. Я передачу от первого ряда. Да. Давай просто прогоним сейчас кружочек и начнем петь. Давай. Так, мы начинаем, вы подхватываете. Твои борт справится. Свободу! Свободу! Кричи, задыхаясь! Свободу! Свободу!
задыхаясь. Check my pulse, you can feel that shit. Every time you hear the sound, scream like a bitch. My homies with me, and you know these words. If you start to sing, your hair will just go. Bitches in the club, bitches stay outside. Гениальный текст. What the fuck is going on here, motherfucker? The shit is trapping my mind. Ain't that shit, bitch? Fucker, fucker, yeah. Ain't that shit, bitch? Fucker, fucker, yeah. I like my shit, I'm doing what I want. Я же говорю, те же аккорды, вдумайтесь, те же. На первом аккорде. Да, да, я помню. Егор помогает. Да. Ну, начинаем. Три, четыре. Зажигайте свои фонарики. Зажигайте фонарики, да. И фейра там вот это все. Все вместе сейчас. Еще раз подготовиться.
вспомнила. Ребят, спасибо вам большое за то, что вы нас продолжаете поддерживать и стоите с нами. Спасибо огромное. А также давайте сделаем шум. Давай руки, руки. Концерт в условиях ковида. Сегодня утро, будет завтра, это любовь. Безответная безостатка здесь. Нужны бабки, бабки, бабки. Никто не знает эту штуку. Я не готов платить за все, что есть, все, что есть между нами. Все запустит грехи, все простит, все простит. Чем дом лежит за штука? Чем дом лежит за штука? За все, что есть, все, что есть между нами, все запусти, приди, все прости, все прости. Все вверх, вверх, вверх. Я не готов платить за все, что есть, за все, что есть между нами, все запусти, приди, все прости. Держи, подержи. Руки! Да. Шабиелька. Все равно все отдам. Все равно все отдам. Как всегда все отдашь, все равно все отдашь, все равно все отдашь, как всегда все отдашь. Ребята, 8 июня! Я не готов платить за все, что есть, все, что есть между нами. Все прости, я не готов платить за все, что есть. Я не готов платить, я запусти грехи. Все прости, все прости. Выступление. Ребята, 8 числа обязательно все приходите. Спасибо вам большое. Спасибо. Увидимся. Можно подходить? Руку пока не запалили. Дальше уже как будет такой.